Здравствуйте, дорогие друзья! Хотела рассказать вам про такой цветок, как антуриум. Как за ним правильно ухаживать и чем он опасен для человека. Этот цветок любит рассеянный свет. Не стоит его ставить под прямые солнечные лучи, иначе листья свернутся и могут пожелтеть. Комфортная летняя температура для этого растения до плюс 25 градусов, а в зимнее время до плюс 18 градусов. Цветку комфортно, если вокруг него увлажнять из пульверизатора, но делать это надо осторожно, чтобы вода не попала на цветы и листья. Если вода попадет на листья, то они покроются белым налетом. Ставить это растение нужно в недоступном месте от детей и животных, так как этот цветок может вызвать аллергию в виде чихания, кожного зуда и насморк. Он ядовит, можно получить ожог внутренних органов и отравление. Но чтобы листья у этого цветка были зеленые, нужно добавить одну таблетку аспирина на литр воды, и этим раствором поливают каждые 2 месяца. Этот раствор ускорит рост растения и придаст устойчивость к болезням. Пересадить его можно с февраля по март. Делать это нужно осторожно, так как корни и листья очень хрупкие. Пересаживать надо в горшок, который больше диаметром около 5 сантиметров. Ну, на этом все. Если вам понравилось мое видео, не забудьте подписаться на мой канал. Спасибо за просмотр!